одно место, откуда они хуярят. Можно попробовать минометами сделать, но если у них там зоопарк стоит, они наши минометы быстро отрисуют и накроют. Я понял, понял. Белов они тут натворили дохуя. Нас тоже только что обложили, так неплохо, понял. Ложились близенько-близенько. И еще у меня конструктор, блядь, глушатовый. Ну кайф ходит. Все, так может к нам уже его подколоть надо. Да, тут специалисты есть, это, блядь. Лизму поставить, блядь. Вазелином смазать, блядь. Я понял, ты, да ну ладно. Давай там. А ты уже раненых отправил, да, походу? Своего повезли на машине, хорошо его цепануло, блядь. Два ранения, блядь, ногу и предплечье. Ну хорошо, потекло, блядь. Я давай, я не знаю, там опять маячку. Будем что-то придумать, попытаемся что-то придумать по этому поводу. И глаза туда выйдут. Опять же, точно мы не знаем, где они находятся, а так...
поставили, блядь. Вазелином смазали, блядь. Я понял тебя, ну ладно. Давай там. А ты уже раненых отправил, да, походу? Своего повезли на машине, хорошо его цепануло, блядь. Два ранения, блядь, ногу и предплечье. Ну хорошо, потекло, блядь. Я знаю, да, блядь, если там что там опять маяч, ну, будем что-то придумать, попытаемся что-то придумать по этому поводу. Все глаза туда выбить. Опять же, точно мы не знаем, где они находятся, а так тупую заряды израсходовать как-то не хочется. Я понял, ну, мои погуляют, посмотрим.